Современный кластер производителей медицинской техники. С 2016 года в Малаховке работает уникальный промышленный технопарк «Лидер». На сегодняшний день его резидентами являются 8 компаний. На большой инновационной площадке побывала Луиза Егезарян. Мы разработали детектор с самым маленьким пикселем в мире. По качеству изображения, которое позволяет сделать этот рентгендиагностический детектор, мы находимся, ну, не то что на уровне, то есть выше практически всех остальных конкурентов. Участок производственного цеха, где разработали ноу-хау, представители компании называют своей гордостью. Уникальный детектор уже начали поставлять за рубеж. Маммограф, созданный на его основании, успешно прошел испытания в Милане. Сейчас работаем с тем, чтобы, то есть, наши детекторы интегрировались, имели возможность интегрироваться в маммографы, производимые за рубежом. Для производства УЗИ-аппаратов выделено отдельное помещение. За год здесь выпускают около 200 единиц оборудования различной модификации, от самых простых до экспертного класса. А вот самый востребованный сегодня – компьютерный томограф. На создание высокотехнологичной машины требуется 60 часов. Половина работы уже сделана, впереди тестирование. Все показатели в норме должны быть. Там порядка 38-40 тестов делается, плюс ГОСТовские тесты делают. Там достаточно, скажем так, материала, чтобы понять, что он работающий. В 2020 году в технопарке «Лидер» собрали 100 компьютерных томографов. До нашествия коронавируса компания выпускала от 20 до 30 единиц в год. Спрос на диагностическое оборудование до сих пор высокий. Мы перестроили всю работу. Мы перешли на работу 2 через 2. Люди стали работать по 12 часов. Выполнили все заказы всех лечебных учреждений, которые необходимы были. «Лидер» – один из успешных технопарков Московской области. Кроме современной медицинской техники, здесь производят российское серверное оборудование и системы хранения данных. Всего на научно-промышленных предприятиях работает 450 человек. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.